Здравствуйте. Как обычно у меня, блядь, нос и прыщ, нахуй, заебись. Стабильная хуйня. Привет, Андрюх. Только проснулись. Мамонты там, блин. Вова, здорово. Здорово, здорово. Готов, я все выучил. Бля, я так зол на тебя, Леша, пиздец просто. Ты такой уебок, блядь. Очень жаль, что у тебя не получилось притащить Драгу, как ты пытался там это сделать. Убивана. Очень жаль, блядь. Такой ты уебок, блядь. Ты же сам не вывозишь нахуй, блядь. Просто я в ахуе с тебя, Леш, ты пиздец, конечно. Я просто, блядь, в шоке от тебя. Очень жаль, что у тебя не получилось это сделать. У них мозгов хватило не ехать, а вот ты, конечно, пожалеешь об этом. Я хотел смягчить, нихуя мягче не будет. Будет максимально жестко. Хотел, блядь, говна я тебя встрою. И, кстати, Леша, я знаю прекрасно, что ты это увидишь. Мы с тобой договаривались, никакого пиздежа, никаких выдуманных историй. Блядь, так что нахуй. Этот как его, давай там, выдай, блядь, что-нибудь правду. Если ты вообще умеешь говорить правду. Мне очень зол на тебя, Леша. За твои, блядь, вот эти попыточки сделать. Очень жаль, что у тебя не получилось, блядь. Было бы, ну, неплохо было бы. Накрыть всех разом. Да, я бухал. Но не сильно. Я выпил 2 виски с колой. Только проснулся просто, поэтому такой опухший. Велик продали нахуй же. Отработали лоха на велик. Макс ФМ на связи. Сегодня будет разъеб, блядь. Не знаю, кто кого там разъебет, но я, блядь, очень зол. Крайне просто зол. В ахуе, конечно. Жаль, что не получилось у тебя. Ну что, мы еще на батле сегодня поговорим на эту тему. И еще там несколько есть тем, которые, к сожалению, не попали в, так сказать, в текста. Дабы это вода. Но про центр от меня сегодня ничего не ждите. Про центр сегодня ничего не будет. Спасибо большое. Кого они там разъебут-то, блядь? А! Чё? Ладно, всем пока, я пошел жрать. Вот он меня терроризирует, блин. Всем мира и добра. Леша, ты пиздец. Посмотрим, что будет сегодня. Ушлепок ты, картавый.